Чего так делаешь? Пятница в хорошую руку. Добрый пятничный вечер, Владивосток. Самые любимые мои, и вы тоже сагаражане. Привет. Да. Вчера, 22 июня, исполнилось 129 лет с того дня, когда 22 июня 1894 года Элеонора Прей прибыла во Владивосток. На берег их пустили, туманно было, дождливо, штормило, как вчера, собственно, у нас, через 129 лет. Через сутки, 23 июня. И так совпало, что 23 июня, день рождения у нашей Владивостокской, рожденной в Швеции, получившей образование во Франции, затем в Ленинграде, затем работавший во Франции, затем получивший грант в Вашингтонском государственном университете, славист, профессор Бергитта Ингемансен. Она, наверное, еще спит, там разница со временем какая-то такая у нас смешная, да? Долгая-долгая. Ну, а мы ее уже поздравляем. Пускай мы ей в этот день снимемся. А Бергитта Ингемансен, наша владивостокская, потому что благодаря, конечно, правнучке Элеоноре Прей Патриции, но по большому счету, знаете, есть источник идеи и хранения, а есть сталкеры, соединяющие провода, без которых звука не будет, тексты, без которых книг не будет. Вот Бергитта Ингемансен, она, собственно, осуществила мечту правнучки Элеоноре Прей. И письма из Владивостока оказались в фондах Государственного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Владимира Клавдевича Арсеньева. А затем они изданы были уже большим тиражом, под десяток тысяч экземпляров. Бергитта Ингемансен редактировала их, равно как и последующие три тома избранных писем, которые уже по хронологии собраны. А в 2011 году, 12 лет назад, много математики у меня сегодня, появилась на свет вот эта книга. Книга Белинго. Здесь половина текста на русском языке, половина на английском. Ну, в смысле, один и тот же текст, не по половинке. Книга, которую вы держите в руках, не случайно имеет подзаголовок «Владивостокская повесть». Это своего рода продолжение писем из Владивостока и попытка Бергитты Ингемансен на примере судьбы Элеоноры Прей и дома Смитов разгадать уникальный феномен любви и подлинной привязанности человека к месту, в котором он живет. Ну вот сегодня мы этот феномен будем вместе с вами разгадывать. «Солнечный дворик». Так называется эта «Владивостокская повесть». Я понаделала кучу закладок. Я продюсировала ее издание, поэтому читала еще в рукописи. И потом, конечно же, читала на русском языке. Но когда готовилась к сегодняшней встрече, к сегодняшним читкам, еще раз перечитывала и столько нового для себя открыла. Прям очень много. Я начну с предисловия, которое написал Виктор Шалай, директор музея Арсеньева, и завершу послесловием. Если среди вас найдется те, кто мне уступит, я почитаю выдержки самого «Солнечного дворика», а так предлагаю по тексту двигаться. Итак,
предисловие к «Солнечному дворику» от Виктора Шалая. Дом Смитов в моей жизни появился задолго до своей легендарной хозяйки. Посмотрите, какой старый Шалай. Было это в начале нулевых, когда, делая первые шаги в своей карьере историка и музейщика, я увлекался экскурсионным жанром. Как лучший, так я искренне считал, возможностью проникнуть в глубины сложнейшего, сложно сочиненного организма под названием город. Расхаживая по Владивостоку в поисках примечательных закоулков, я постепенно осознавал, что и с городами человек сближается так же, как с другим человеком, когда симпатия определяет желание знать больше, а ее отсутствие рождает нежелание вообще что-то слышать. Экскурсантов, откуда бы они ни были, нужно приводить в такие места, где из осторожных, еле уловимых ощущений у них родится приятие города, а за ним и то, что нужно всякому рассказчику – жажда знания его. Одних из таких специальных мест как раз и был Почтовый переулок и дом Смитов. Несмотря на свою сегодняшнюю многоквартирность, он рождал и продолжает рождать ощущение удивительно целостного, единого, намоленного пространства. За его неправильной формой, нагроможденными дворовыми постройками, виделись осмысленность и полный порядок. Воображение легко убирало все позднее, наносное. И несмотря на то, что в окнах по-прежнему были чьи-то шторы, а на сараях чьи-то замки, дом казался взрослым, красивым, но покинутым и грустным. Его самодостаточность вмиг рождала вопросы. Кто, в каких сценариях и что мог делать и здесь, и вот здесь, и там, на заднем дворе, где взмытым камнем вымощены бордюры и стены. В доме Смитов живая энергия спокойной повседневной жизни от его бывших хозяев. Сегодня уже знаем кого. И она легко улавливается каждым из тех, кого я приводил на его крыльцо. И думается, что наслаждались мы там не стенами и не ставнями, поскольку Нижина Светланская архитектура куда более примечательная. Наслаждались мы атмосферой, рождавшей образ красивого города на берегу океана, где течет своя жизнь по законам привычным. Если суета на улицах, то в дома размеренности покой. Потому что крепки семьи есть любимое дело и есть любовь. А еще уважение к тому, что внутри домов, и к тому, что за их пределами. Виктор Шалай. Меня зовут Лидия, я даже не знаю. Обычно к слову «экскурсовод» я добавляю какие-нибудь формулировки типа «альтернативный» или «неформальный», но это же как бы каждому выбирать самому. Ну что, это повесть об одном доме во Владивостоке. О людях, обитавших в нем, и некоторых событиях, ими пережитых. Некий человек, микрокосм, но это и взгляд на город и определенную эпоху 1894-1930, свойственный определенному сословию, буржуазному. В повести действуют и русские, и чужеземцы. В город этот и этот дом некогда приехала молодая американка по имени Элеонора Лорд Рэй. Ей неведомо, для нее самой суждено было соткать из писем о Владивостоке величественный ковер. 3,5 десятилетия она прожила и писала друзьям и родственникам, невзирая на военное, политическое и общественное разорение того времени. И спасла часть городской истории, сохранила яркие воспоминания о людях этого города и обнаружила истинное свое признание – писательство. Все, да? Небольшой кусочек, но, наверное, он оптимально высказывает, в том числе и мое мнение о том, что для Владивостока есть Элеонора Лорд Рэй. Да, писательство. Желтое тоже мне? Оказывается, это не все. Дом Смит по-прежнему стоит на склоне сопки в Почтовом переулке. Ранее он назывался Содомский. Чуть севернее почтовой телеграфной конторы несколько... Обещал ансамбль из 4 зданий, среди которых главное преимущественно деревянное здание с бывшим
кухонным крылом бывший склад американского магазина, кирпичный флигель, где пристроили себе первое семейное гнездышко, и ныне полуразрушенные бывшие квартиры мужской прислуги. Окруженный новыми элегантными торговыми центрами и многоэтажками, дом «Свит» в наши дни разделен на 10 отдельных квартир. В этом месте живы воспоминания и гордость за пережитое. Теперь точно все. Лепушка, давай. Елена, вперед. Давай. Нет, не так. Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Лена, я художница. Я очень люблю этот город. Я пришла сюда прочитать вам отрывочек тоже из книжки, которую я раньше не читала. Те, кто близко знаком с Владивостоком, способны понять чувства миссис Прей. И сам город, и вся эта часть русского Дальнего Востока пленительны и гостеприимны. Приморье, Приморский край, располагается в юго-восточном углу России у Тихого океана. Его пересекает множество рек, здесь вздымаются горы и раскинулась тайга. А в море у побережья, где есть и скалистые утесы, и песчаные пляжи, разбросаны острова. Многие образцы флоры и фауны, например, корень женьшень и уссурийский тигр, который в английском языке называется сибирским, можно отыскать лишь в этой части света. Сам город Владивосток, основанный в 1860 году как оборонительный аванпост, сегодня 600-тысячная столица региона со всеми культурными и интеллектуальными центрами, включая ведущие университеты, исследовательские институты, музеи и театры. Жив здесь и предпринимательский дух. Дом «Смит» расположен во втором квартале к востоку от широкой центральной площади города, чуть севернее Светланской, главной улицы, извилисто огибающей бухту Золотой Рог, Г-образную гавань. Леонора обрела утешение в этой конкретной точке земного шара, а иногда и толковала само это место и те потрясения, что в нем случались, как символ жизни вообще. Это помогало справиться с трудностями существования в России. Бухта Золотой Рог на юге и величественный Амурский залив к западу сегодня, наверное, грязнее, но от облачной мозаики в волнах по-прежнему захватывает дух. Лена, художник, держала в руках солнечный дворик Владивостока, не больше, не меньше. В том отрывке, который прочла Лена, упоминается про университет, и действительно... Ровно через 5 лет после прибытия Леноры Прей во Владивосток, именно в нашем любимом городе был основан первый университет на Дальнем Востоке, Восточный институт. Он, конечно, делает вид, что он за эти 120 с лишним лет растет. Ну, наверное, пускай поделает вид. Мы-то помним намерения мощные и достойные. Преподаватели в нем есть. Спасибо, Галина Николаевна. И достойные студенты. Спасибо, Игорь. Спасибо, Наташа. Наталья Анисимова, студентка медицинской школы Дальневосточного федерального университета. Да, всем еще раз привет. Доброго вечера. Я в Владивостоке уже почти 5 лет. Родилась я в Хабаровском крае, но Владивосток для меня стал вторым домом, университет, в котором я учусь в том числе. И я думала, какой отрывок выпадет мне. Я, к сожалению, тоже пока не читала еще «Солнечный дворик», но очевидно, конечно же, про университет. Элеонора Прей была необычной фигурой среди тех иностранцев, что поселились в Владивостоке в конце 19-го, начала 20 века, во время экономического бума. На несколько десятков лет до Первой мировой войны международные торговцы обладали в городе привилегиями, каких отказывалось их русским коллегам. Могли, к примеру, незадорого приобретать земельные участки в центре города. Однако политические и общественные перемены положили конец этому неравенству. После революции 1917 года недвижимость и банковские активы буржуазных семейств постепенно были уничтожены. Дома перешли в достояние города. Их реквизировали как общественную собственность. И иностранным семействам пришлось решать, нужна ли им теперь Россия, и если да, то зачем. Только ли предпринимательским был их интерес.
не видя, как обеспечивать себе существование и не одобряя советский путь России, почти все иностранцы, множество русских друзей Элеоноры Прей в конце 1920-х годов покинули Владивосток. Как и большинство международных торговцев, ее родственники приехали в Россию ради коммерческой выгоды. Однако сама миссис Прей была среди тех немногих, кто потом остался. Она и дальше строила свою жизнь, но уже почти без материальных благ. Элеонора понимала, хотя Россия может обойтись без иностранцев, сама она без Владивостока не обойдется. Мудрая, нацеленная на выживание женщина, она приспособилась к новым условиям и ни на миг не упускала из виду сферу политическую, что все больше преобладало в разных областях жизни. Миссис Прей пыталась жить в той сфере, сосредоточившись на неизменном, своих друзьях, эмоциональном покое дома Смит, загадочном характере города, стиснутого между сопками и морем. Во Владивостоке она состоялась как личность. Владивосток определил ее жизненный путь. И она теперь не желала покидать этот город. Да, есть у нас и преподаватели, кандидат философских наук, доцент Школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета. Вслед за студентами вперед. Наташа Малкова, вперед. Жарким осенним утром 1992 года Борис Дьяченко показывал мне особые уголки Владивостока, которые любил сам. Мы вихрем носились по улицам, и голос его гремел. Он рассказывал байки о людях, и в них оживала история. Под конец четырехчасового марафона он сказал: «Пойдемте, я покажу вам кое-что на Пушкинском». Мы взобрались по лестнице у дома Сенкевича, в чудесный тайный садик на уровне второго этажа. Прохладные тени, плитки двора, зелень, удобные скамьи с видом на деревья и застекленные веранды старых домов, облетевших склон сопки. «Видите, — сказал Борис Алексеевич, сияя от радости, — как здесь уютно. Можно сидеть и читать стихи». Действительно, таких мест в Владивостоке можно найти и читать стихи хоть каждый вечер. Спасибо. Да. Спасибо, Борис. Наташа, а была знакома с Борисом Дьяченко? Имя, да. С именем, нет, ну это важно, да. Но я его видела, я за ним подглядывала, я за ним ходила, наблюдала, слушала. Удивительный человек. Может быть, даже у него книга есть, да. Он работал на дальзаводе, а жизнь посвятил истории Владивостока. Инженером работал и книжки писал душевные. Привет, школьники. Может быть, его почитаем как-нибудь. Ну что, Лена? Где Лена? Да, наш постоянный участник. Горожане читают. Да, Лена. Вот тебе, как многодетной маме, отрывок, начинающийся со строк про комфорт дома. Лена типа чиновник, но она клявая. Как-то клевым чиновником не хочется быть. На самом деле, вот низкий поклон Марине, потому что она дала прикоснуться к истории. Когда Бригитта приезжала, когда как раз была презентация книги самой первой, и ну вообще вот просто есть вот это вот ощущение истории. Чтобы дом Смит стал еще комфортнее, Элеонора Прей экспериментировала с обустройством мест отдыха на улице, где они с Тедом могли бы читать или болтать с друзьями. Сначала она выбрала маленький закуток в углу нижней террасы между главным входом и крылом, с удовольствием обставила его тремя пальмами и почти всеми растениями в горшках, вынесла туда бамбуковую кушетку и шезлонг. Но уголок оказался слишком мал, если в нем собиралось больше двух человек, и следующие несколько лет Тед устраивал широкий навес на средней террасе, закрывая площадку между входом на второй этаж и западной стеной склада. На средней террасе Элеонора Прей предпочитала держать собак, чтобы не путались под ногами у тех, кто ходит внизу. Нередко случалось так, что гость, шедший ко главному входу по нижней дорожке, поднимал голову и оказывался чуть ли не нос к носу с какой-нибудь псиной, которая любознательно свешивалась с крыши кухонного крыла.
куда можно было запросто выйти со средней террасы. Два совсем юных щенка осеннего помета 1900 года веселились до упаду, скача по крыше. Однажды, закончив стирку в корытах, прачка разложила одежду сушиться на теплом участке крыши над кухней. И собаки, конечно, такого пропустить не смогли. И вскоре эти маленькие негодники забрались и растащили всю одежду по всему заднему двору. В конуре обитало не одно поколение собак дома Смит. Их очень любили, но и у них случались свои бедствия. Например, в конце зимы 1921 года налетел сильнейший буран и очень расстроил все собачье семейство. Миссис Прей рассказывала, что мать спала возле конуры по каким-то своим причинам, а когда проснулась, зимний сказочный покров уже погреб за собой конуру и трех собачьих деток. Она уселась на стол у кухонной трубы и сидела там очень уныло с 7 до 10. После чего я, зная, что кули с лопатами доберутся сюда не скоро, принялась толкать и пихать заднюю дверь, пока не удалось протиснуться наружу, где снег доходил мне до подмышек. Все как в нашем Владивостоке. Щенки высунули носы по очереди, и крайне робко, но вылезать наружу отказывались еще очень долго.